Здравствуйте, дорогие друзья. С первых секунд начинаем мы эту встречу. Встречается команда «Лидерс» и команда «Атлетика». Сразу хотелось бы прояснить, наверное, ситуацию по турнирной таблице. Для этого мне нужно зайти на сайт перед тем, как озвучить состав. С небольшой все же задержкой мы начинаем эту встречу. У нас по техническим причинам не удалось вовремя все как бы начать. Ну, у нас ситуация какая, друзья? 19 очков у команды «Лидерс», и они фактически становятся чемпионами, если сегодня играют в ничью уже преждевременно. Я не помню, как с «Сороками» у них по личным встречам, чтобы не забегать, но чисто в турнирном плане и в этих моментах касательно даты, то есть цифр, я вижу, что уже чемпион. Во-вторых, команда «Атлетика» идет на пятой позиции с 7 очками, и догнать «Стельмах» им непросто будет. Но сегодня могут дать мотивацию, могут дать бой «Лидерсу», если, конечно же, нащупают свою игру. Не так хороши сборы на «Атлетика» в этом зимнем сезоне, как, например, были осенью. Я имею в виду по стабильности сильных игроков. И лига повыше, что тоже вносит свои коррективы. Чистюк Николай приводит на Чуба. Давайте пройдемся по составу. Так, у нас в команде «Лидерс» Чистюк Николай, Коваленко, Ярослав Денисович, Николай Пономаренко, Александр Веремчук, Анатолий Каменчук, Никита Марцун, Роман Шимкин, Николай и Чуб Александр. В составе команды «Атлетика» Шнуренко Денис, Лещенко Владислав, Фаилик, Сергей Котляр, Александр Христюк, Владимир Типанюк, Игорь Жур, Никита Яковлев, Евгений. Первый забитый мяч вот такой. Выглядит достаточно легко и, честно говоря, даже кажется, что «Лидерс» просто банально не готов был к такому старту. Забивает у нас Степанюк с передачи Христюка, если я не проглядел. Нет, не с Христюка, передача Лещенко. Паренек. Денисович. В составе команды «Атлетика» Шнуренко Денис, Лещенко Владислав, Фаренев Сергей, Котляр Александр, Костюк Владимир, Степанюк Игорь, Жура Никита, Яковлев Евгений. Вот я не помню, прочитал ли фамилию Яковлева я Евгения. На воротах несменный вратарь. Достаточно хороший сезон, на мой взгляд, показывает Женя. Невзирая на то, что команда идет на предпоследней позиции, много было у него попаданий в топ-сейвы. И, в принципе, хорошо прибавлял по уровню команды. Мне лично показалось. Шимкев. Лещенко. Степанюк. Это был Шнуренко Денис, я прошу прощения. Перевел правее, а прострела на данный не было. Шимкиев. Шнуренко ошибается при переводе на Лещенко. Денисович. Долго Сергей наносил удар. О, какой рабочий мяч от Александра. Вячеслава, вернее. Чуба. Да.
Ну, повели в счете, казалось бы, Атлетикой можно где-то закрепить результат, чуть-чуть придержать, перевести русло игры как-то в свое какое-то правильное направление, да, чтобы воспользоваться преимуществом. Но, тем не менее, на самом деле, две минуты всего лишь повели в счете, снова сравняли лидерство. Яковлев. Лещенко. Крестюк. Проверил издали. Беремчук. Чуб. И как хорошо на дальней штанге располагается Никит Каменчук, который, в принципе, и делает все правильно. Открытый футбол, друзья мои, от Атлетика. Я про зоны, которые они все-таки отдают для Лидерса. Лидерс — команда, которая не любит компактной игры. Но в этом сезоне тяжело. Тяжело давалась ему такая компактная игра. Чесюк. Переводит на Чуба. Денисович. Дальний удар от Никит Каменчука. А некуда вбрасывать Яковлеву. Ну, только лишь сейчас. Чуть борьбу. Тем не менее, хороший вброс под левую ногу. Зарабатывает штрафной. Весьма странная передача, Денисович. Крестюк. Вот это уже хороший выход из-под прессинга. Жура. Дело в том, что нужно просить у судьи свисток перед тем, как пробивать штрафное. И реализовывает Чуб. Вот такой ненужный пропущенный мяч от Атлетика. Марцун. Каменчук. Не удалось обработать мяч. Котляру. Грамотно. Шнуренко здесь вытаскивает мяч из ворот. Сбивал бы явно на дальней штанге, мне кажется, Никита Каменчук. Пономаренко Александр перевел на Марцуна. Денисович. Снова Марцион. Марцион играет на Пономаренко. Есть отбор. Сваливается мяч с ноги у Игоря Степанюка. В принципе, хорошо мог бы плотно пробивать в такой ситуации, мне кажется.
Но не задался. Не задался выстрел. Голова играет вперед. Жура на Степанюка. Котляр. Несович. Есть отбор от Фареника. Ударная позиция. Тем не менее, полевой игрок Чистюк Николай в отсутствии Мордовского выручает команду лидер. Яковлев. Неплохой удар от Евгения Яковлева. Дальше дублирующий удар был так себе. Мое мнение. Марцун. Крестюк. Ну рядом же топчется Атлетика. Перед тем, как забить. Вот, казалось бы, момент уже перед глазами у игроков. Тем не менее, большое количество браков. Пономаренко. И вот те зоны, про которые я говорил. Есть разрывы большие. Яковлев выручает здесь. Крестюк. Пареник. Пареник. Котляр. Никит Каменчук. Пареник. Будет прострелить Пономаренко такой ювелирной, достаточно мягкой передачи. Не проходит она. Фареник. Хорошо обыгрывает Марцуна. Ну, удар здесь был, мне кажется, лишним по той причине, что много энергии потратил на вот это ведение мяча вдоль поля. И банально пробить качественно, точно и сильно было едва ли невозможно. Марцун. Ну, в футболе, разумеется, все возможно. Тем не менее... Шимки. Студенко отыграл на Лещенко. Пареник. И вот он, штрафной удар от Атлетика, прямой удар от Котляра. Марцун. Пономаренко. Пареник. Коленко Ярослав, есть отбор, но тем не менее Лещенко, казалось бы, идеально играть в этой ситуации, но нет, подбор снова за Лидерсом. Пономаренко. Что-то уже чересчур непростое понапридумывал Александр. Попадание. Пономаренко там сейчас лежит, нужна, возможно, будет помощь.
непонятно, сможет ли Саша продолжать игру. Беремчук. Шемкев. Коваленко, Ярослав. С носка сильно, но это ведь вау. Перемчук. Чуп. Довольно-таки сильно пробрасывает мяч. И вот такая ошибка от Яковлева, досадная ошибка, которая позволяет Шимкеву реализовать еще один мяч. Шимкев. Хорошее открывание от Игоря. Или это Смуренко? Смуренко это был, друзья. Судья уже вышел в поле. Соответственно, уже пробивается по свистку. Поэтому поднимает он свою правую руку. И у нас штрафной. Снова прямой, наверное. Или нет? Странный розыгрыш. Снова неудачный от Атлетика. Беремчук. Чуп не попадает. И такое случается. Это funny moments. От десятки Лидерса. Денисович. Хороший дриблинг от девятки, но нет удара по завершению и паса некому отдать. Денисович отыграл на Шимке вам. Перемчук. Снова Денисович. Чуп. Шимкев. Хорошее решение, но тут как же там не вовремя пробегал Чуп. Шимкев. Зарабатывает котлярчик, что дорого стоит. Денисович. Есть отбор. Не принимает Лещенко. Беремчук. Куда будет разыгрывать? Отыгрывает назад на Шимкева. Щисюк.
То ли переводит правее, Денис Овеч. Студента, Лещенко. И звучит свисток у нас за решение первого тайма. Со счетом 4-1 пока что выигрывает лидер. Прозвучал свисток, друзья, мы продолжаем дальше. Я напомню, 4-1 и 20 минут впереди играть еще. Каменчук. Чулок. Переводит на Веремчука. Снова Чулок. Лещенко. Вареник. Нужно было на Журу переводить. Мне кажется, просто банально перетянул здесь Христюк. Ну а добрал мяч Лещенко. Христюк. Очень большое количество ударов, друзья, приходится не точно, приходится не в сторону ворот. В этом основная проблема Атлетика в этом сезоне. Удар от Чуба. И вот такой, казалось бы, эффективный прострел, но нет, слишком высоко мяч подлетает, и это невыгодно. Невыгодно для команды, я имею в виду, друзья. Христюк. Туренко на Фареника. Это был Степанюк, прошу прощения, я слегка путаю, немножко похожи с татурой. Ну. Марцун. Марцун. Веремчук. Все же поспешил, мне кажется. Ну, показывает, что на Ярослава Коваленко там рассчитывал. Тем не менее, клуб никак не успел с такой сильной передачей. Христюк, идеальная передача по диагонали. Доходит до адресата.
Кура. И снова удар, друзья. Снова не точно. Ярослав Коваленко. Прием на плечо. Просто отлично. Удар. Полная противоположность предыдущим действиям. Крестюк через центр на Фареника. Тут не глядя давал дальше передачу. И у нас есть момент. Чистюк там в виде паука. Измотан, но не вышел из ситуации. Не выключился из эпизода и доработал, мне кажется. Прям на ура доработал. Ярослав Коваленко навешивает. Есть фиксация от Яковлева, тем более какая-то неправильная, как я вижу. Чуть забил себе палец, что ли. Неточный пас от Веремчука, не первый неточный пас. Ареник. А и переброс-то не получается только что. Хороший шанс для Шнуренко, тем не менее. Снова неточный удар. Я на этом внимание. Потому что все-таки очень большое количество неточных ударов мы постоянно видим. Беремчук. Шемкев. Чуп. Ареник, казалось бы, переводил грамотно по диагонали на Котляра. Тем не менее, пас не проходит. И 3 в 2 сейчас выходит. Опасное столкновение. Лещенко. Ареник. Лещенко. Отыграл на Фаридика. И от Сергея удар выше. Ворот. Не видел я здесь рикошета. Хоть и показывал судьям, что он был. Чук. Верим Чук. Денисович. Снова Чуб. Денисович, Чуб. Подталкивали в корпус, подталкивали Чуба. Тем не менее, вообще не проиграл борьбы. Вроде бы и теряет равновесие, но с мячом остается. 10 номер. Перемчук. Отыгрывает на Денисовича. Дура! Снова неточный удар. Просто нужно начинать с попаданий. Ощущение у меня такое складывается.
снова. Лещенко отыгрывает на Яковлева. Денисович. Приводит правее. Чуб. Снова Чуб. Чисюк. Шимкив. Денисович. Снова Чуб. Денисович. Шимкив пробрасывает. Христиук. Юра. Шимкив. Шимкив. Не получается сегодня индивидуальная игра у 11 номера лидерса. Тем не менее, отказываться от него как-то не планируют. Мы видим. Зуренко хорошие скоростные качества показывает. Наносит удар. И после этого звучит сток от судьи. У нас небольшой тайм-аут. Высокий прессинг от Атлетика, навязан этот высокий прессинг. Не могу сказать, что задыхается команда лидерс вот такого футбола. Чуб. Каменчук попробовал нести удар. Угловой зарабатывает сейчас Никит Каменчук.
начался отбор от Котляра. Вот маленькое такое впечатление, хотел сохранить мяч в пределах поля. Фариник. Котляр. Лещенко ошибается при передаче. Виловат отдает ее, но тут же играет в отборе достаточно надежно. Крестю. Фареник. И есть забитый мяч от Сергея Фареника. Как же тяжело находили свой вот этот момент. Быстрый тайм-аут закончился. Мы продолжаем дальше. Деремчук. Чук. Снова играет на Деремчука. Денисович. Ну и что после тайм-аута случилось с командой Атлетика сейчас? Если так подумай. Вареник. Привод шире. Чук. Яковлев фиксирует. Тут же бросает. Лещенко. Сильно сблизился с Денисовичем. У нас разрыв. Каменчук. Еще один забитый от Чуба. Смотрел на ворота он. Денисович перевел на Пономаренко. Пономаренко играет на Чуба. Есть фиксация от Яковлева. Фареник. Фареник. Дальше передача все же проходит. Гура. Ну, засунул на самом деле непростую передачу для Фареника в этой ситуации. Чуб. Снова кисть уже травмирована у Яковлева. Мне кажется, не первый раз он выбивает ее или палец, я, честно говоря, не понимаю. Наверное, кисть все же. Ошибается чуть перед удачей на Денисовича. Слегка назад, но может быть даже рискованно слегка назад. Пареник, хороший проход. И есть еще один забитый. Ну, Сергей Фареник молодец, конечно. Как только начали попадать поворотом, так и голы начали появляться. Степанюк отдал голевую. Давай.
снова разрыв в защите, снова никого. Подмаренко. Шеренкеев на Веремичука. Подмаренко. Есть отбор от Гуры, Лещенко. Яковлев. Хороший силовой вброс на Паренника. Едва-едва не хватило ему совсем чуть-чуть перевести мяч. Как-то головой. Шнуренко на Лещенко. Устал. Владислав и розыгрыш аута для лидерса. Быстро, недолго думая. Это, в принципе, сделали. Подмаренко. Чуб. Еще один забитый от лидерса. Веремчук. Передача Шимкева. Звучит финальный свисток этой встречи. Итоговый счет непростого этого матча. 7-3 выигрывает команда «Лидерс» в этом противостоянии. Они на шаг ближе к награждению, а не чемпионов. Закрепляют за собой первую позицию. Но «Атлетика» пока на 7-м месте. И посмотрим, как после 14-го тура будут располагаться по позиции.